Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру по названию Chasm. Окей, побежали, я не знаю, это да, мы запустили с вами еще один, кажется. Он меня достал. Это паскуда меня достало. Мне сдыхать нельзя. Хотя, знаете что? Ну нафиг. Это ждать, я лучше спущусь вниз, блять, отхилюсь. А то, ей-богу, продую вот это все, все, что мы делали с вами. Так, только, конечно, теперь лезть нужно обратно, но это уже мелочи. Тупые ежики. Их даже ежиками. Хотя, да, они быстрее на ежиков похожи. Так, все, да, воду, по идее, до конца заполнила. Да, я могу туда теперь попасть. Ух ты ж. Эй, ты тут? Ой, я думал, он не может ее атаковать. Оказывается, я ошибался. Ты что такое? Что это за макакич? Так, еще плюс два новых врага. А, непонятно, макакич. И зомби камнем на перевес. Так, осы мне атакуют по 21. Ну, в принципе, можно, чтобы они один раз меня атаковали, да и все. Так, они более тупые. Я чуть не сдох. Не знаю, почему я так подумал. Может, потому что это и так и есть. Я иду ради сундука или просто? Кажись, просто. О, урна. Больше вещей. Так, сразу вниз. Так, черви дюны. Червячки, червячки. Угу, теперь у меня двойная экспа. Теперь у меня двойной опыт. А, вижу зону с боссом, вижу сохранялку. Но босса я по-любому буду убивать с этим бафом. Поэтому гоу сразу на него. Я видел летающую голову. Черт. Ай.
Нет, так, давайте сразу сюзаю сохранялку. Так. Ладно, мясо. Что, меня убили? Как? Как, блядь, меня убили? У меня ж... Окей. У меня бафы слетели? Вы это сейчас серьезно? При смерти слетают и бафы. Они же должны сохраняться, а разве нет? Ух. Тупал я головешка. Я просто сейчас такой момент просрал. Пиздец. Ну хотя бы еда у меня не забирается. Класс. Класс, класс, класс. Он мне... Я... Жалко, что тут нету линии, сколько... которая показывает, сколько у врагов... У врага хп, блядь. У меня уже горит. Горит. Ай. Я немного был не с той стороны. Выгоднее быть с левой стороны в этот момент. Вот в этот момент можно прыгнуть и дать ему по шарам. Ай. Ай. Все, все, все. Минус головастик. Ууу, максимум хп. Ууу. Классно. А я бы опыта намного больше получил, если бы у меня был еще эффект. Но нет. Какой эффект? Ты что? Мы тебе все сохраняем, ну, кроме статов, которые на тебе уже висят. Уж извиняй. Да уж. Можешь мне вернуться? Сейчас посмотрим, если там портал какой-то, ну, не портал, а проход в другую локацию, тогда я вернусь назад. Да. У меня там куда-то падение вниз, ну нахер. Если я сейчас туда вернусь, там нихера полезного не будет, тогда я перезапущусь просто. Просто на слово перезапущусь.
Ой, иди нахер, все, Макакич. Иди в сраку. Так, во-первых, здесь что-то снизу было. Там черви были, да? Да, черви. Значит, мне нужно сюда пойти. В эту сторону. Так, и здесь снизу должен быть путь. Тупая моя макака. Это за твоего собрата. Манать! Орда атакует! О, так тут еще был один. Тогда я не зря сюда пришел. Плюс хавчик дали. Ауч. Ай, блядь. Иди ты в сраку. Я что же сказал тебе? Теперь возвращаться сам назад. Мне нужно наверх. Значит, сундуки не стоит тебе открывать, дорогие. Потому что в них все равно будет дерьмо. Так, нет, возвращаемся, сохраняемся. И потом дальше пойдем. Что сказать? Птица ноль помощи. Она хоть раз босса ударила? Нет. Нахер ты мне нужна, птичка? Чаром. Тупая горилла макака. Непонятное существо. А вот там, скорее всего, где эти черви, дюны, будет этот сундучок. Ну, хороший сундук, они... Ебануться. Он меня 3 раза, да, коцнул? За что? За что ты меня коцаешь? 48 урона. КП улетает просто никак. Ладно, я отпишу тебя. Всё? Доволен, Горилыч? Мы сейчас еще обнимемся плюс. Ну да, да, да. Теперь ты пытаешься ударить того челика, чтобы показать свою полезность. Угу. Ух, ё-моё! Что это за дерьмо? Я прыгаю, хочу зацепиться, мне говорят нет. Товарищи. А, я теперь тебя понял. Я вас понял, ребята. Хочешь играть здесь? Придется пососать члена. Я не понимаю. Я бью. Короче, буду ждать этих пидорасов наверху. Просто буду ждать их наверху. Нахуй, 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 нахуй. Все, 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 все.
Начнем с того, что там что-то полезное есть. И за этим полезным я побегу. Мне посрать, но я за этим побегу. В смысле, они теперь в разные стороны ходят? Все, теперь хотя бы мне никто не помешает. Стоило это того? Укринож? А нет, не стоило. Ну, зато теперь знаешь, что здесь нихера у нас нету. Можно чисто с совестью прыгать вниз. Прыгать вниз непонятно куда. Ну, по 16 атакует. Плевать. Чисто плевать. Сейчас мы вернемся. Только я не знаю, почему, когда я к боссу заходил, черепки не горели. А ну давай. Что у вас тут нового? Что я могу? Да ладно! Теперь я могу прыгать от стенки до стенки. Ух ты. Здесь у меня же все известно. Только с этим нужно научиться управляться. Потому что нужно кнопку держать туда, куда он типа лезет. Переход. Так, ну, в первую очередь я знаю, куда я могу пойти. Это в этот вниз, в нижний участок. Это с помощью телепорта заюзаю. Туда наверх я могу залезть. Туда, по сути, наверх залезть. Но это мне сейчас не нужно. Мы возвращаемся обратно. Мы пойдем за сундуком, который, наверное, там находится. Если он еще там находится. Сейчас посмотрим по карте. Ага. Нет, он там не находится. Всё. Но мне нужен телепорт. Файн. Ладно. Пройдемся сюда. Я здесь, да? Сейчас. По фасту, куда я могу дойти? Во-первых, посмотреть, что здесь у нас. Кажется, я туда просто не мог допрыгнуть. Поэтому просто побегу. Плевать, пускай коцает. Вот, я уже сохранился. А это уровень моей этой увеличился. Птички, которая нихуя не атакует. Или это уровень меча. Как вариант.
Одно из двух. Одно из двух. Так, мне нужно... Здесь... Если вниз падать, тогда уже с концами. Да? Да. Ай-яй-яй-яй. Туда наверх я уже больше не залезу. Ой, ладно, давайте, короче, в эту зайдем. Пойдем сначала до конца в этот. Я хотя бы, да, правильно иду. Я теперь могу карабкаться. По одному урону они мне наносят, я им их ваншочу. Дубинка, которую продать могу. Так, мне нужно наверх. Было ли там что-то, за что я могу зацепиться? Понимаете, мне потом просто обратно возвращаться нужно будет. Либо по низу идти в левую часть. Только так. Только так, иначе никак. Опыта мне вообще почти не дают. Здесь главное слово почти. Ага. Теперь я вспомнил, почему там не мог залезть. Да и сейчас не смогу залезть. В принципе. До этого не залезу. Поэтому... Теперь варианты. Я вернусь обратно лучше. Я лучше пробегусь обратно, потому что я одолею тот же путь, что если бы я даже побежал вниз, прыгнул. Тогда мне как бы лазить туда, идти, а так я сразу телепорнусь в том месте, где мне нужно. Главное, чтобы времени хватило. Главное, чтобы времени хватило. Вот чё, почему она не атакует? Блядь, атакуй всех подряд. Видишь противника, атакуй. Потому что да, апа мне еще не скоро. Может вернуться в город, посмотреть, что дает мне та торговка. Ага, окей. И все, ты мне ничего, да, такого не даешь. Бем. Вниз. Мы сохранились, в принципе, можно идти дальше. В замок я точно знаю, что я могу пойти. В замок это даже не оговаривается.
Ну ведь я, в принципе, сюда и потом обратно могу залезть это. Ну, на своих двух. Почти на своих двух. Так, сейчас сундук этот возьмем. Даже не написали, что это. Тридцать девять урона. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Вообще неплохо. А, слизни я еще не ваншочу. Крыс ваншочу. Этих не ваншотим, зато крыс ваншотим. Да, 39 нормально. Типа мой меч уже отслужил, одного босса убил. Двух босс. Типа большую осу. И этого. Маску. Не знаю, как ее назвать. Будет маска. Голова, маска. Так, а я что, вниз не прыгал? Теперь прыгнул. Ё-моё. Как так? Так, журнал. А, оружие. Манать. Видите, как раз сюда упал проверить, что здесь. И этот секретный сундучок нашел. По сути, это квест, только не помню, для кого он был. Ну вас нахер. Осознание того факта, что это пиздец, меня просто настораживает. Ладно, давайте, короче, здесь закончим. В следующей серии мы продолжим в замке. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.